Фотоаппараты класса карманный ультразум всегда были одними из самых популярных. И новинка от Nikon призвана в очередной раз это подтвердить. 12-мегапиксельный аппарат Coolpix S9100 оснащен 18-кратным зумом и умеет снимать фото и видео в формате Full HD, а также с кадровой частотой 120 и 240 кадров в секунду. Подробнее о возможностях и преимуществах S9100 в нашем обзоре. В коробке с камерой поставляется аккумуляторная батарея, зарядное устройство с адаптером для европейской сети, кабели USB и аудио-видео, инструкция по эксплуатации и ремешок на руку. Камера отличается небольшими размерами. В выключенном состоянии она не займет много места. На передней панели размещены 18-кратный зум-объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 25-420 мм и лампа подсветки автофокуса. На задней панели большой, яркий и детальный ЖК-экран с диагональю 3 дюйма. Справа от него размещены клавиши управления и вызова быстрых настроек, а в правом верхнем углу выделенная кнопка записи видео. На верхнем торце фотоаппарата кнопка включения, диск выбора режимов, кнопка спуска с рычажком управления зумом, вспышка и стереомикрофон. Снизу гнездо для штатива, отсек для батареек и карты памяти. Камера оснащена 12-мегапиксельной КМОС-матрицей, выполненной по технологии обратной засветки. Благодаря этой технологии камера может давать малошумную картинку на чувствительностях от ISO 160 до ISO 800, а при необходимости и до ISO 3200. Это станет несомненным преимуществом при съемке в условиях недостаточного освещения. Все владельцы ультразумов знают, как сложно сделать несмазанный снимок на длинном фокусе. В Nikon S9100 применена гибридная система подавления вибраций, работающая как за счет смещения матрицы, так и с применением электронных алгоритмов, таких как система обнаружения движения и выбор лучшего по резкости снимка из 10 кадров в серии. Также в фотоаппарате предусмотрены специальные режимы для ночного фото, съемки HDR изображений, автоматического создания вертикальных и горизонтальных панорам. Здесь есть как набор творческих спецэффектов для получения креативных кадров, так и расширенные функции обработки изображения. Наконец, специально для съемки портретов специалисты Nikon предусмотрели технологии таймера улыбки, защиты от моргания, авторетуши оттенков кожи и защиту от красных глаз. Nikon Coolpix S9100 – это не только универсальный фотоаппарат, но и полноценный камкордер. Он позволяет снимать видео в формате Full HD со стереозвуком. Есть здесь также режимы замедленной съемки, для чего камера снимает со скоростью 120 кадров в секунду с VGA разрешением и 240 кадров в секунду с QVGA. А для просмотра отснятого материала можно подключать камеру к телевизору с помощью разъема HDMI. Nikon Coolpix S9100 – это не просто ультразум. Это современный, высокотехнологичный цифровой фотоаппарат, который подарит своему владельцу множество отличных кадров и видеороликов. Фотоаппараты класса «карманный ультразум» всегда были одними из самых популярных. И новинка от Nikon призвана в очередной раз это подтвердить. 12-мегапиксельный аппарат Coolpix S9100 оснащен 18-кратным зумом и умеет снимать фото и видео в формате Full HD, а также